Привет, ребята! Сегодня у меня два Ламборгини. И сегодня я соберу их. И потом Феррари чуть-чуть покажу. И это есть другой ролик про Феррари. Сначала я покажу, как я зарабатываю деньги. Вот банк. Чтобы купить Лего Ламборгини. Ну, как ты на банке купишь Лего Ламборгини? Ну, потому что у меня уже есть еще денег, это там внутри у меня мои копилки. А, то есть из-за банки дадут деньги? Да. Ну, погнали. Да, погнали. Тяжелые банки? Не, не очень. Вот это намного тяжелее, чем вот это. Сколько крон? 42. 41. Окей. Скажи, сколько денег? 41. Это швейцарские кроны. Мы сейчас едем в город. У меня есть деньги на месте. Конечно, мне нравится Ламборгини. И вот это Ламборгини. Так, смейки, три машины. Это Ламборгини. Набор, да? И артикул 7-6-8-9-9. Здесь тоже написано. И здесь написано Speed Champions. И 8 плюс. А тебе сколько? Мне 10. Что мне можно. И потом на заднее 6. Здесь настоящая версия. Ну, там темно-зеленый, здесь салатовый. Но мне как-то показалось, что лучше салатовый свет использовать, чем темно-зеленый. Ну вот это похоже на этот. И здесь вот эта функция для вот этого, чтобы красный и зеленый можно вот так чук-чук. Видите, сколько у меня Феррари с Лего? У меня 4 Феррари, 3 из них я получу на Новый год. Это был вот этот набор, там где механики, прошу такое, и рейс. И потом Феррари я получу, ну, другую, это новый с 2020, вот это Феррари. И потом у меня есть Макларен прошлого года, у меня есть Порш 2018, и потом у меня есть вот эти два Ламбы новые, о, Мустанг и Ауди R8 2016, и... Ну и всякие другие машинки тоже. Да, ну это Лего Сити. Вот это все мои машины. Я придумал так. Можно просто вот так. Здесь много пакетов. И закрываем.
пакетах таких штук. 5 пакетов. 2 наклейки. О, вот этого Lamborghini спортивная версия. Очень много наклейков. Но вот этого поменьше. И потом здесь один такой огромный кистка. И начинаем собирать. Вот здесь первая наша мини-фигурка. Здесь вот такие одежды Lamborghini фирменные. Здесь марка Lamborghini. И потом у него есть шлем беленький. Ничего особенного. И потом можно одеться. И улететь. Потом, что еще, вот так, шоп, шоп, 2 желтые пупырышки, и потом вот такие, 16, вот это 16, здесь написано 16, нет, неправильно, красиво. Вот так. Привет, я Lamborghini эксперт, и сейчас я хочу рассказать просто после первого коробки. Мы сделали такой бампер, очень красивый, который можно снимать. На заднее 6 выглядит вот так пока что, и салон очень красивый. Он похож на какой-то DeLorean, этот салон. Вот эти. Вот это стекло очень красивое. Воу, золото. Шины вот сюда положим. О, здесь 2 шины, как на моем Феррари. Только у Феррари были серые. Смотри, на фотке вот она. Она должна сидеть вот так или вот так. И здесь будет написано, что там написано, да? Roger Dubuisson. Я не знаю, но... Окей, начинаем. Вот так. Подписчики, знаете, что у меня здесь есть? Это Lamborghini. Это здесь Lamborghini есть 2 места. Вот это для вот этого гонщика, который вы уже видели. И для его волос. И здесь будет женщина в наборе. И вот в этом наборе есть один минус, который я пофиксил. Экстра деталях были вот один вот такой. И я его посадил вот сюда. И мне как-то показалось, что лучше выглядит тогда. И на заднее 6 очень красивое, вот. И потом, когда наклейки клея, вот это было очень сложно. И салон вот такой. И вот это стекло очень крутое. И потом здесь можно снимать бампер. Это, боже, на какой-то сломанную Феррари, боже, тогда. Не, рация больше ламба, на самом деле. О, ламба почти больше. Но единственное, что мне нравится больше Феррари, это вот эти зеркала. Мне больше нравится на ламбе или на Феррари, чем на ламбе.
Ну, стекло, они одинаковые, но мне все равно нравится это больше на ламбе, чем просто красное. Передняя 6. Ну, здесь сложно выбирать. Но на заднюю я, конечно, вот здесь. Напишите в комментариях, какая лучше. Салон. Ну, вот эти стулья получше здесь, чем... Ну, я хочу сделать лучше здесь, чтобы здесь были круче сиденья. Начинаем с зеленым. Салатовым губиком. Открываем. О, вот эти, мне нравятся эти детали. С пупырышками. Вот. Я придумал. Это может быть семья Ламборгини. Вот женщина на Урусе и мальчик на Гуракане. И это почти то же самое, только шорненький вот такой, чем вот этого. И здесь сбоку ничего нету. И можно снять. И волосы вот такие коричневые. Я-я. И сейчас вот столько мы на Урусе сделали. И вот Ламба и Феррари мой. Но Феррари это другой ролик. И я увидел вот такую деталь сейчас. Потому что обычно нужно 6 вот таких, чтобы сделать одну такую. Я никогда не видел. Если вы видели, если кто-то знает, я не знаю. Откуда они вообще? Ну, наверное, 2020. Я погнал собирать. Вот сейчас мы играем пока этой шестью. Пока! Вот смотрите сколько. Ну, еще непонятно, что это будет. Ну да. И можно еще посмотреть на это. Ну и без спойлера он выглядит вот так. Как Тесла, как-то. Или на какую-то другую. Сейчас мы готовы с Урусом. Он вот такой огромный. Здесь контроль управления. И потом здесь есть вот такое, как называется? Бампер. Ну, бампер, да. Это похоже на какие-то усы. И потом нижняя шесть ничего интересного. И потом на задняя шесть выглядит очень странно пока что. Но скоро будет очень круто. И мой Феррари, и мой Ламба. Или Ламба и Феррари. Воу, сколько зеленых. Оу, еще больше стекла. Толщина та же самая. Но она очень огромная. Будет, наверное, вот так сидеть. Или вот так. Открываем 2 мини-пакетика. Открываем 6-й мини-пакетик. Да, 6-й. 5-й. Нет, 5-й, имею в виду. Уникальные колеса. Это что такое? Диски. А-а-а, они будут вот так. Вау. Ну, я пока их сюда. Мне нравится вот этот зеленый, потому что зеленый салатовый цвет. Могу тоже вот так перепутать. Погнали строить. Шап, шап, шап. Ай.
Lamborghini. Вот такой прогресс пока что. И сейчас я строю на заднюю часть. Вот так. Такая на заднюю часть. И такая передняя. И вот так. И потом вот такие колеса. Очень крутые. И вот это похоже на какие-то рыцарские колеса. Те, которые вставляются сюда. Вот три новых 2020 машины. Феррари. Это вы уже видели, есть ролик. Как я получил на день рождения. И потом вот Ламбо, который вы уже все знаете. Который мне очень нравится. И сейчас у девочки это есть огромная тачка. И они, может, компания сей. Оп. Вот тоже один губик. Вот тоже один. И посмотрите, это Урус. Он очень красивый. Здесь можно вот так, как на Ламбе. И потом эти колеса просто очень крутые. И здесь мне нравится вот это, что шишите ходит внутрь. И на заднюю часть. И потом колеса огромные. И потом открываем. Здесь есть место для вот этого багажа, который я сделал сам. И потом можно посадить двух Lamborghini. Губиков здесь. И посадить их. Ой, точно. Забыл. И уехать. Старт, внимание, марш. Наконец-то мы достроили этот набор. Вот так это работает. Старт, внимание, марш. И можно ехать. Вот так. Раз, два, три. И можно ехать.